В микрорайоне Мостовая Ульяновска запустили вторую волну обеспечения продуктовыми наборами. Первая партия доставлялась гражданам в рамках адресной помощи в марте. Тогда проднаборы получили порядка 70 человек. Сегодня же такая помощь оказывается абсолютно всем зарегистрированным в местном центре здоровья. Инвалиды и пенсионеры, вне зависимости от материального благосостояния, получают продуктовую корзину первой необходимости. Наборы стандартные. В них входят мука, масло, консервы рыбные и мясные, а также макароны и крупы. Каждый подопечный центра здоровья приглашается за получением набора в клуб «Мостовой». Я очень довольна, конечно, помощь хорошая. Первый тоже было нормально все, мы довольны были. Так что спасибо большое вам. Слова благодарности получает координатор центра Эльмира Шувалова. Она формирует каждый проднабор и готовит его к выдаче. Я считаю, что как бы помощь нужная. Крупы, консерва, сгущенка, мясная консерва, масло, чай, сахар. Лично даже вот я как бы зарабатываю и в семье живу, но мне бы тоже не помешало, я бы не отказалась. Также она лично доставляет такие наборы маломобильным гражданам и инвалидам. Вы в первый раз получаете или второй? Второй раз. Нравятся вам наборы, которые дают? Нравится, все есть, что надо, там все есть. Насколько вам хватает такого набора? Ой, надолго хватает, надолго. Я живу одна, варю редко так-то. И набор такой сбалансированный, все устраивает. Ой, сбалансированный, спасибо, устраивает. Большое спасибо государству, вам всем. Спасибо. Как поясняет председатель ассоциации ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров, с конца 2019 года запланирована ежеквартальная продуктовая помощь по государственному заданию реестра поставщиков социальных услуг. В условиях пандемии такая помощь оказалась наиболее необходимой. Деньги на провиант выделяют из заработного фонда самого ТОС. Мы планировали еще до пандемии начать раздачу продуктовых наборов. Но, видите, вмешалась пандемия, но я думаю, что эти наборы как раз приходят, кстати, людям, потому что многие потеряли работу, многих дети потеряли работу, и они, не спорим, многие могут отдать своим детям. Поэтому, как я могу сказать, что я считаю, что эти наборы, они вот сейчас непосредственно кстати. Также Владимир Сидоров добавил, что ассортимент продуктовых корзин будет меняться и расширяться. Антон Никонов, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.